Ну, давайте начнем, наверное. Привет-привет всем! С вами Лига Мьюзик Варс. И последний, соответственно, день, последние два часа мы открываем шкатулочки, открываем сундучочки, собираем лопаты и будем двигаться. Первый раз хотел проверить методику открытия по 10. Интересная, конечно, методика, но почему-то дроп оказался при открытии, ну, плоховатый. Допустим, с зеленых выдавалось там, видели, по 14 и так далее, а синих, это средних, почему-то лопаты совсем не падали. Здесь я посмотрел, по 3 лопаты стало падать только на красных, в остальных, ну, совсем плохо. Ну, дальше я, получается, уже перестал этой методикой пользоваться, хоть у меня сундуков было и шкатулок очень много, но открывал я их по одному. Кстати, дроп стал немножко веселее. Это я сразу заранее забегаю и говорю, то есть больше я по 10 открывать не буду, потому что, ну, потому что не очень что-то мне так показалось, мне показалось, что меня что-то как-то обманывают. Ну, а сейчас мы объедаемся и заходим. В общем, у нас сейчас получается 1400 место и поехали. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коням, не да добрый меч. Ночью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коням, не да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей. И 40 000 за раку, Руси не видала таких врагов. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. И полыхнули дерьма до пяты, бабушка плачет, да малые ребята. А мужики все брат за брата вышли за родину. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы неверена, дайте коням, не да добрый мель. Ратью пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коням, не да добрый мель. Как у наших хаты пришла беда, жаркая сеча была тогда. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Мы-то неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога добили и победили черную гать. И засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует к нам с войною? Дайте коням, не да добрый мель. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коням, не да добрый мель. Ратью пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коням, не да добрый мель. Мира до покоя, а кто
мы на коня, мне на том войне. Россию пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, сердце дорога. Да не без того мы сидим пока. Дайте коня, мне на том войне. Ну вот и закончилось, вот и закончилась вся идиллия, в общем, закончился наш эвент. Как обычно, я пробежался на последних двух часах, осталось вот 40 минут до конца, как вы видите, но 621 место, ну 620, то есть может еще поднимусь чуть-чуть, но выше не буду. Плохо, конечно, я сыграл, но не сильно, так скажем, страшно. Ну представьте, там 600 сверху донатов, да, то есть ну, сколько тут до 50 места? Там на седьмой странице, наверное, где... Да, сколько здесь? 15 миллионов. Ну да, куда я со своим 1 600 000? Вообще просто мясо я там. Ну, это одна часть. А вторая часть из этого же радости. Я попытался открывать сундуки и всякую фигню. Открывать по 10 штучек там, по 8. Ну, в зависимости от того, там сколько сундуков было. Но оказался дроп немножко хуже, чем я ожидал. То есть, когда я открывал по одному, допустим, в прошлый раз, было намного больше. После чего я что сделал? Во второй раз мне сундуки выпали, я потратил все лопаты, как вы видели. Но в этот раз я начал открывать сундуки по одному. И получил немножко больше. То есть, соответственно, я энергетики получил тут. Хотя с первого раза там вообще ничего не выпало. И бои получил. Ну, я думаю, что немножко все-таки дроп, конечно, порезали, потому что в прошлый раз там прям очень падало много. Я и там на 50 этаж вроде тоже дошел, но энергетиков было аж 12 штук. В этот раз и боев меньше, все меньше. Но я тут, честно, я лентяничаю, время лета, поэтому не стоит на меня сильно уповать. Вот так. Ну, а какое вы место заняли? Давайте пишите, конечно, в комментариях. Будем смотреть, кто меня смотрит больше. Или все-таки топовые игроки, или среднички. Потому что я думаю, что у Санчеса там, наверное, одни топы. Ну ладно, ребят, всем спасибо, всем счастливо!